Всем привет, новое обновление в игре Edge Waves. Лайк, подписка и смотрим, ща посмотрим. Ну если конечно будет. О, вот он, кстати. Скидка Хэллоуина. Ага, скидка Хэллоуина 651%. Ну не знаю, но они, наверное, переборщили с этим. А можно мне на превью ее добавить? Ну, если там можно. Или где-то мне нужно искать ее. Ну блин, реально хочу ее добавить, так как она включается, эта программка Банди сам, что прям. Чего, блин, новый интерфейс? Отличный шанс. Что, как ее зовут, кстати? Вот это у нас обычный сундук, серебряный сундук, золотой сундук. Че, блин, легендарный сундучок, а? Я не понимаю, что это такое, блин. Информация. Наверное, легендарный, кто знает. Один лимит. Он стоит у нас там по валюте этому. Это не думайте. Ладно, пропустим. Хэллоу мы узнали. И все, да, значит? Ну, смотрите. Давайте проговорим про. Не, ну я не буду раскрывать, что они там пишут, какие там статьи, данные, вопросы в отбор модераторов в Edge Waves. Кстати, если ты хочешь быть модератором, пиши под видео, эти там скопирую это все, там сказали. Если вам будут писать эти люди вот это вот, скидывайте им вот это вот. Вот я вам скину. Кто хочет быть модератором, кто хочет сказать мне привет, кто хочет сказать мне отлично там еще чего-то. Кстати, у меня есть такая сайт, платформа. Так, давайте говорю про обнову. Дорогие обезьяны, получайте бесплатные награды, кошелек и жизни. Так, стоп, какие бесплатные награды? Вы что, блин, прикалываетесь? Вы сказали платить деньги, чтобы получить хэллоуинские награды. Все. Где бесплатно? Может быть, они вот так говорят? Вот зайди сюда вот и получи бесплатный сундучок, как по мне. Ну окей, окей. А ссылка на просто через описание. Не забывайте клацать. Чем больше роликов смотрите, тем больше я записываю, если будет, конечно, время. Значит, приближается хэллоуин. Чтобы вы выбрали угощение или угощение. Ну, это перевод такой у нас. Угощение или... ну, в общем, угощение или подарки или смерть. Вот так, ну, скажи лучше. Что вы, блин, делаете, а? Вы что, хотите захватить меня? Слушайте, не захватишь. Так, значит, нам сказали, нужно вот так делать. Наша тактика. Это моя тактика. Возможно, у кого-то тоже такая тактика. Это не официальная тактика, я не подтверждаю. И моя музыка, да, автор музыки, капец, блин. Ладно, берите такую тактику. А, кстати, еще есть ютуберы русскоязычные, но они вроде начинающие. А, думаю, они соперники мне. Не. Я играю Edge Waves, как в реальном жизни, как ютубом жизни. Ютуб это Edge Waves, если чё. Поэтому я захвачу ютуб, как Edge Waves в игре захвачу. Вот как вот эти вот. Захватывайте ролик или дизлайкайте этот ролик. Ну, типа того. Поэтому... Не, лучше так бы ты... Не, ну ладно, хай делает. Но конкуренты я тебе слишком сильны. Подожди, нет, ты не плати... А, кстати, говорят, что ты используй эти, потому что ты не так уж и много играешь. Тем более, нет времени. Тем более... заносы нужно сдавать через там... Сколько там чуть не давай посчитаем. Так, сегодня какой-то 10. 2. 8 примерно. Через 8 месяцев даже 6. Там, если там какой-то блин буду раньше. Поэтому 6-8 месяцев, наверное, я буду звать снова, посмотрим. Ну, моя тактика не в этом заключается. Не взять давайте в другом ролике. Говорят нам, ну, ютуберы, ну, модератор, который я не настоящий модератор, не, ну как, ну почти настоящий, испытательный модератор. Вот так вот. Поэтому я это не скажу, потом скажу. Так, собирай, так, почитаю все, конечно, нет. Приближайтесь Хэллоуин, так, конфеты или смерть. Как получить бесплатные награды? Вот я об этом. Отправляйте в хэштег Discord события, приколы или угощения. Да, пускай только одно слово. Всего одно сообщение от пользователя. Окей, отправьте свой внутренний идентификатор с инди-севером.
Это, наверное, не важно. Они, наверное, просто подарок подарят, да? Я не участвую в конкурсах, хватит мне из меня. Хай, другие забирают, да? Вместо с ваших комментариев в противном случае мы не сможем передать вам награды. Противные комментарии не передаем награды. С матами не передаем, окей. С языка другого, кроме английского, вы не получите. Только английский язык. Ага. В зависимости от слов 5 человек получит 5000 дисков, а еще 5 3000 дисков. Убедите, что вы выбрали правильное слово. Победитель выберет случайным образом. Окончание конкурса 3 ноября. Вот, блин. Там нужно, чтобы выбрать кого-то ответа, а можно скопируем кого-то. Ладно, я не участвую, вы можете участвовать. Вау, вау, вау. Ну-ка. Не, ну это вроде бы я тоже проходил. Ладно, что у нас такое? Убей всех гигантов. Окей. Ну, вроде правду рассказал. А может вводить следующие ролики? Просто говорят, не делать длинные ролики. Я их немножко советую послушать, но обещаю, что недолго. Да. Я не могу просто так не снимать. Заберем эти, потому что они там дают 15 минут. Потом, когда я сделал стрим в игре Edge Waves, чтобы я это сделал, набираем под каждым роликом 1000 лайков, минимально 1000 лайков. Все, мне все равно, набираем 1000 минимально лайков. Подождите, но если до 16 лет, а если мы не набираем до 16 лет, то у нас будет что-то другое. А что другое? У меня будет другой интерес на... Ну, типа то клипы вообще там. Канал Бро-риск называется. Там будет пока что начинаться клип, потом в будущем думаю делать клип. А вот стримы часто я думаю уже не нужно. Вот сейчас я мог записать, но блин, не хватает 1000 зрителей. 1000 лайков, точнее, да. 1000 лайков с вас, давайте. Я забираю это все, потому что тут у нас. Ну, покайфовать просто. 10-30 просто, блин, че я не беру вот эти вот. Как по мне. Так, окей. Я по фану сыграть хотел. По фану. Ну, вау, гонка. Можно гонку? Ну, блин, ну давай купи, блин. Ну давай, едь. Сколько стоит? Быстрее повышение уровня за СД. Ну давай, сколько стоит? О май гад. О май гад. Сколько стоит? Я не против, кстати, платить. Ага. А зачем машину брать? О май гад. Я люблю, кстати, гонщик. Как ракета. Йо, мне так нравится. Слушайте. Получить азот. А как мне не получить? Окей. Окей. Сейчас. Герой. Как мне... Ой. Ну давайте. Блин, хочу нового героя. Ну пожалуйста. Не-не-не-не, хочу нового героя. Купить эти штуки, чтобы купить нового героя. Эти билеты. Пожалуйста, но для ролика. Не для себя. Для подписчиков. Ладно, решил. Для ролика один сервер подарил вам, чтобы посмотрели, насколько я силен. Максимум делаем все-таки кругов. Сколько смогу. Только. Блин, ну извиняйте, но сейчас мне нужно поступать, и денежка понадобится туда, вот они вам. Лучше с образованием остаться, чем без согласия. А я, кстати, вот должен думать теперь. О май гад! Ну камон, камон! Ну что, блин, такое? Ну пожалуйста, стой, ну послушай, а вот. Отлично. Так, подожди. Кстати, где появился этот чувачок, который обезьяна нам не писал и на китайском языке, но думаю, что я на китайском, потому что. Вот эти мы награды получим, эти награды не будем получать. Давайте до 30-го. Куда вы мне тянете подписчики? Сюда что ли тянете? Да нельзя тут подписчики, не надо. Верните меня обратно. Ну пожалуйста. Ну для ролика, только хочу сэкономить. Какой ты быстрый, если чё? Так, ладно. О, тихо. Ладно. Два назад. О, отлично. Покупаю.
10 тысяч. 10 тысяч дисков. Это очень много, но для ролика сойдет. Пошли. Вы готовы потратить? Для ролика. О май гад! И что произошло? Чё, блин, это такое? Это как прирост подписчиков. А мне будет такое бы. Давай. Капец, блин. Это уже все отлично. Оно будет так бесконечно. Мне это нравится. Давай. Или ты там остановишься? Блин. Ладно. Ну, вообще классно, друзья, но 10 тысяч осталось. Я не буду тратить. Но, блин, это жестко. Я выложу этот ролик по фану. Че я, блин, получу, кстати, что-то я не понял. Чего я получила? Я понял эти штуки. Навыки, да? Не, ну, блин, ну ладно, для ролика да, но это невкусно было. Вообще, что это такое? Подарки? Я только за. О, блин, музыка в игре Edge Waves. Радио, я люблю радио. Ставь лайк, если тоже любишь. Кстати, где гоночки на самолетах? Вот тут было такой видеоролик. Жаль, что его приключили. Что такое, блин? Гонки, что ли? Забрать все. Тын-тын-тын-тын. Все мои награды за скриншотики. Там я на привезде у Хэллоуин. Зачем мне скриншотить? Никто не кликнет на эту руку. Конечно. Поэтому Хэллоуин, конечно, кликнет. Поэтому Хэллоуин. Ладно, всем удачи, всем пока. Так. Что тут еще? Герой, блин. Дайте герой прокачать. Как их пить? Призвать. Ладно. Чтоб их покупать, блин, призывать, то нужно вот так нажимать и верить в свою судьбу. Пока.